Всем здорова, ребята. Ну что, у нас сегодня намечается очередное прохождение последней кошмарки на пути к восьмым. Не знаю, честно, не знаю, или хватит нам самоцвета, но попробуем вложиться в это. Так, выставляем наш гарнизон. Идяха. Сейчас попробую по максимуму поставить героев. В принципе, подземка несложная, но мы ее в прошлый раз практически с первой тычки затащили, а потом, к сожалению, дальше что-то пошло не так. Так, купидон есть. Дальше ищем тыковку. Я уже такую тыкву использовал. Сейчас попробуем обратно с водушкой. Единственное, найду девятую ладушку. Вчера волны проходил. Так, тыква. Тыква, девятая воодушевление. Ее мы закинем слона. Чтобы не станили очень сильно других. Так, тут у нас будет... Конечно же, блочка. Так, на блочку мы вцепим матчбокса. Супер-мега-бочка. Мега-бочка этот собран вместо землеройки. Я не знаю, наверное, скорее всего верну сейчас ангела. Так, тритон есть, и вместо этой ангела поставим для дополнительного отхила. Я пробовал с дамагерами, в принципе, тоже как вариант. Так, где там? Поставим сюда Рудика. В общем, вот такой вот состав. Некоторые герои, как видите, с железками, потому что им надо все время бить. Тот же самый тритон. Так, поехали. Раз, два. Четыре. Конечно же, надо нанять юнитов, потому что надо спамить, чтобы башни не так станили. Плюс тотемы. Все-таки это гарнизон. Это не герои со второй эволюции. Так, есть еще одну казарму. Ну, надеюсь, все пройдет удачно. В прошлый раз зафигачили самоцветы в древней. Ой, не в древней, а в запределе. И нифига не прошли. Обещают оптимизацию. Посмотрим, что у нас будет с оптимизацией после обновы. Так. Поехали. Кошмарка 7-10. Плюшки забрали. Убираем тотемы. Тотемы тритон. Стартуем с тыковки. Заморозку выкидываем подальше. Усиление и спамим по максимуму юнитами. Но у нас тут есть один нюанс. У нас тут есть ронины, которые, блин, просто тупо... Во-во-во-во, ну давайте, красавчики. Которых мы просто тупо не убьем. Вот, 58%. То есть надо, чтобы карты совпали. И у нас... Блин. Видите, сложно, сложно попасть. Некоторых убиваем, а некоторых убить не можем. Девятая, и то не настолько. Сложное у нас было. Так, стартуем, пробуем с бочки. Подлетели, кинули заморозку. Так, купидона слили, тыкву слили, все, можно выходить. Блин, сложно.
Как же у нас, блин, первый раз получилось. Ну, все-таки осталось у нас первый раз два. Два Ронина. Так, стартанул с другой стороны. Не хватает ритуна слили, видите? Все-таки стартовать, наверное, стыковки опять пробовать. Заморозка и стартуем. Так, ну. Ронинов. Блин, бочка и ангела-то. Остался один вот этот. А не, все-таки два Ронина. Ну, вот видите, почти. Там, если бы тех мы уже добили, то здесь, конечно, с Ронинами сложно справиться. Поехали. Но заходит был отсюда. Очень даже ничего. Стартуем обратно. Усиление. Заморозку можно немножко оттащить. Попробовать. Блин, немножко не хватило. Может, заморозку попробовать еще оттащить. Дольше хотят, и в принципе ничего тут не изменят, но хоть Ронина, если заскакивать будут, то заморозку, в принципе, там у нас по времени не особо получается. Сейчас попробуем еще разок. Да, 7-9, это мы уже прошли. Если 7-9 на 3 звезды прошли, то я думаю, обязаны пройти на 3 звезды. Других вариантов просто нет. Так, усиление. Оттянули. Вот видите, доходим к Ронинам. Во-во-во-во, тыковка. Блин. Пец. Опять Ронин. И у нас остался ледяха один живой. Капец. Ребят, 47%. Какой шанс был хороший. Видите, немножко магию оттащили. Блин, по 50 самого за воскрешение. Так, ну пробуем еще разок. Стартуем стыковки. Усиление. Оттягиваем, оттягиваем. Заморозка. И пошли юнитами спамить. Так, ну тыква осталась, но остались Ронины. Блин, опять два Ронина. Вот какой-то западло с этими Ронинами. Вечно Ронины остаются. Вот что хочешь, то и делай. И тыковка выжила. Тритон не может нормально попасть в кулдаун. Так, разгон взяли, оттягиваем по максимуму, заморозка. Нет, все, слив. Попробуем стартануть с бочки. Тыковки, а с бочки. Видите, не сливается, блин, вот очень много целей получается. Тритон вроде 100 целей, часть убивает, а вот Ронин один или два остается.
тянули заморозку. Ну, ну, тащите, блин. Опять долбанный Ронин. Да что с ним делать, блин, посмотрите. И где именно еще этот Ронин? Жесть. Ну, у нас некем его убить, и смотра у нас нету. Даже если мы замедлим сейчас, не вариант. Бери, блин, и ставь смотрителя сюда. Вместо ангела сейчас подумаем, поставим кого-то другого, попробуем. Блин, ну шанс, конечно, классный был. Опять один Ронин и несколько этих, они ушатают нас налегке. Да, шанс хороший. Но мы его профукали. Так, давайте попробуем ангела обратно же уберем. Вместо ангела поставим. Там у нас хорошо дамажит. Этот убирает. Я гляну, кто у нас такой из дамагеров хороший есть. В принципе, этот станет. Я хочу посмотреть, кто будет нормально повышает атаку. Рандом попробовать снайпера поставить. Давайте попробуем снайпера поставить. Тоже, чтоб не ставим или ставим железку. Ну, это не вариант, конечно, но все же может поможет. Так, крутуем стыковки. Оттянули заморозку. Ой, отлично. Отлично, красавчики. Ронины, ронины, ронины. Да что это за фигня, блядь? Писец. Посмотрите, Ронина всех убрали, блин, осталась какая-то фигня, и мы слили, нас слил малышник. Это просто, просто жесть. Как так? Просто ужас какой-то, а не кошмарка. Что-то они завозились очень долго, разгона нет вообще. Блин, пиздец, ребят. Такой шанс. Ронина всех убрали. Это жесть. Надо было, чтобы тот малышник остался один. Ну? Ну? А тут у нас ледяха слился, и без ледяхи мы нифига не сделаем. Блин, мы слили всех героев. Я офигею, слили всех героев, а пройти по сути мы не сможем, потому что у нас нету тыковки, нету разгона. Жесть. Вот это троллинг. Офигеть просто. Просто издевательство какое-то. У нас осталось еще пара попыток. Так, ну давайте. Не вариант. Не вариант. Блин, писец. Обидно. Как так?
Так, разгончик взяли. Надо попробовать, будет юнитами. Ронинов. Так, три тона слили, все это. Это не вариант, наверное. Блин, капец. Сейчас попробую. Немножко по-другому. Я попробую юнитами Ронинов отвлекать. Чуть ниже. Так, оттянули заморозку, а тут Ронинов. Ай-яй-яй, Ронины побежали, побежали, побежали. Ну-ну-ну-ну, красавчики. Тащим. Блин, Ронины в центре. Осталась одна тыква. Но у нас есть зеленый смотр, это как вариант, конечно, что нам повезет. И тыква у нас убежит. Убегай. Это просто писец. Ну, у нас смотр, я не знаю, попадет или нет. У нас, в принципе, тыква за счет своего разгона может от Ронина выбежать. Но это не точно. А, блядь! Это писец. Вот что тут сделаешь? Это просто капец, ребята. Это просто жесткий троллинг. Я в шоке. А шанс реально очень крутой был. Так, ну что, поехали. Блин, пипец. Обидно. Такой шанс. Так, попытка номер... Не знаю, какая уже. Оттянули магию. Блин, не успеваю Ронинов, не успеваю просто их. Так, ну тут шансы. Нет, тут уже точно без вариантов. Капец. Что, последняя попытка у нас? Это просто жесть. Это, наверное, самая сложная кошмарка для гарнизона оказалась. Если сравнивать со всеми остальными. У нас тут ему нету. У нас тут... Блин, обидно. Так, попробуем стартануть с бочки. Заморозили. Так, три героя у нас осталось. Но у нас, наверное, там тотемы сейчас разберут. Блин. Осталась одна Кенди. И мы тут уже, к сожалению, тоже нифига не сделаем. Обидно. Просто жесть, ребят. А, у нас есть еще отсюда самики. Еще это еще не конец. У нас еще две попытки есть. Может и больше. Может и на три растянем. Такс. Да, это реально самая жесткая кошмарка. Но это жесткий троллинг. Не успеваю Ронина убрать. Вообще просто нафиг всех выкосили. Блин, чуть-чуть не хватило. Да, вот это вот, наверное, уже будет сейчас последняя попытка наша. Обидно. Обидно, но ничего не сделаешь. Это рандомчик. Так, убираем тотемы, которые есть. Стартуем с тыковки. Оттягиваем заморозку. Так, тритона у нас ушатали, не вариант, выходим. Да, нам не хватит, наверное, самоцветов, чтобы всех резнуть. В принципе, мы можем всех и не резать.
Да, это писец. Это обидно. А, у нас есть в загашнике самики еще. Так, ну что, поехали. Еще последняя попытка. Я надеюсь. Да, без магии, я надеюсь. Давайте возьмем, кстати, гильдийскую магию. Да, спасибо, ребята, я знаю, знаю, знаю. За магазин, но я сюда уже давным-давно не заходил. Достаточно кредитов. Поехали. Блин, это, конечно, жесть. Но я надеюсь. Надежда умирает последней. Так, где там у нас еще? Мы здесь. Толку от того, что я отвлекаю их, вообще никакого. Да. Че вот так вот. Такие вот, ребятушки, дела. Жесткий троллинг. В итоге мы нифига толком не прошли, к сожалению. Но будем копить самики и проходить, пробовать. Еще в этом и весь кайф, наверное, для без доната, когда у тебя нету самоцветов, и ты каждую попытку ценишь. Ну, понятно, у меня здесь донатный аккаунт, как многие скажут. В общем, будем пробовать дальше. Вот, так, вот такая вот жесть. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока.